На конкурс дети считают стихи Шендяков Валерий, ученик 6 класса Большеполянской основной школы. Был мой прадед на войне. Был мой прадед на войне, у него медаль. Я мечтаю, чтоб и мне медаль за храбрость дали. А когда я подрасту, то солдатом стану. Буду защищать страну и родную маму. Хочешь стать солдатский строй? Смелым будь и сильным, чтобы небо над страной оставалось мирным.